Я понял, давай, договорились. eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Ну что ж, всем привет еще раз, друзья. С вами Слэм, с вами Зевс. Зевс, ты тут? Зевса нет. Я тут пока, но я чуть-чуть занят. Давай 2-3 минуты. Я да буду... мы уже в прямом эфире, в принципе. Поэтому я всем огромный привет передаю. Мне просто немножко надо 3-5 минут. И я врываюсь вообще с тобой во все ждишь. Поэтому ты пока там. Хорошо. Ну что ж, друзья, в эфире сегодня у нас игровой вечер. И, соответственно, 3 матча вечера. Alternate Attacks, Kick. Далее Kick сыграют с Virtus.pro. И эта встреча очень сильно важна для команды Na'Vi. Помимо, кстати, так, давайте сайт-пик начнем с просмотра сайт-пика сразу, потому что он здесь основной. Сделаем чутка CS потише. И, может быть... Так, может быть, да, все. Вот теперь я вроде точно знаю, что меня слышно нормально. Зевса должно быть слышно тоже очень-очень сильно нормально. Ну и на сайд-пике Кики, в принципе, на своей сильной карте играют в атаке. И вот зарезали пока что Alternate Attacks. Но для Кик здесь очень важно разыграться в этой встрече, потому что дальше им предстоит драк с командой Virtus.pro. Ну и там, помимо того, что мы не знаем, какая будет карта, в этом, в принципе, вся прелесть как бы этих матчей, разыгрываться будет следующие 3 очка. Если Кик их выигрывает, то команда Na'Vi попадает на лан-финалы. Ну и, собственно говоря, Зевс поэтому здесь с нами. И вот он будет нам помогать разбираться в ситуации. Я постараюсь выполнять команды Дани по показу, соответственно, игровых моментов, чтобы мы не втыкали и все было как надо. Матч стартует. И, в общем-то, давайте смотреть, что будут делать. Сейчас так вот Alternate. Ну, за защиту сразу поджим парапета. Рак на центре, все стандартно. Эсмо принимает длину и дает. Ого-го, вот разыгрался сейчас. Пытается проштрафить третьего РМН на контре. Зевс, алло. Зевса пока что еще нет. Так, ну он подойдет в любом случае. Так, ну что ж, в общем, выйти не удалось. Здесь, как видим, кикам первым пистолетом. Через длину с медлом остается у нас вот в такой не очень... Скажем так, ситуации так, Кирис, и его наконец-то на 4 пистолета забирают. По сути, минус делал РМН, который играл разводящего на. Хотя тут непонятно, кто играл разводящего, судя по тому, что мы сейчас с вами видим. Все могло быть вообще... Все могло быть просто нереально. Вот что сейчас... Так, все, надо собраться. Мне с этим скайпом просто так непривычно. Ладненько, Феликс минус РМН добили. Короче, Кики играли просто раунд с длиной. Хотели выйти, постреляться, выиграть на контакте. Но перестрелка, как видим, не зашла. И мы первый пистолетный раунд остался в копилке команды Alternate Attacks. Вот что касается немецкой команды, они тоже на Дайсте втором очень хорошо себя показали в этом сезоне. И, соответственно, у Киков могут быть проблемы и не может быть проблем. Ну, здесь ситуация двоякая на самом-то деле. И мне кажется, что в этом матче по-любому будет борьба. Вот то, что они его решили отыграть в субботу, на удивление, конечно, интересно для нас, для всех в первую очередь. Ну и пока что давайте наблюдать за тем, что будет происходить. Так, выход на мидл от команды Kick. И они с пистолетами пытаются реализовать эти чешечки, как видим. Ну тут уже сразу Alternate сцепили с мидла просто с просвета, как видим, втроем моментально мид задавили. Под Б кто остался... у команды Kick. Тем удалось зайти в точку. Был элемент непредсказуемости. Так, Фоксирис не остается на медле. Посмотрите. Ну, шансов на эту бомбу мало, чтобы ее выиграть. Но если сейчас кто-то пропрется с пистиков, то это шанс определенный. Моушен, реализация ФАМАСа, выход на прямую дистанцию Кэсма. И, ох, Фокса на 2 девайса закрыли. Но 4 потери терпят Alternate. И это очень плохо, потому что деньги только-только-только пошли. А уже на первом эко есть...
Бомба и минус 4. Атака может, в принципе, сейчас купить, как видим. Ну, на волевой. На волевой денег им хватит вполне, но рискнут ли сейчас португальцы закупаться, пока не ясно. Давайте смотреть, получится у них это. Да, будут покупать девайсы, это риск, но он может быть, кстати, неоправданный. Вот знаете, много таких ситуаций чаще всего проигрываются и по непонятным причинам. О, Virtus Pro играют, Праг готовится к кикам. Жесть. Ну что ж, нас ожидает очень жаркий вечерок на самом-то деле. Вот следующая встреча для команды Kick и для команды Na'Vi будет решающей. Что-то случилось с GoTV, по-моему, это пауза, если я не ошибаюсь. Которую, наверное, поставят уже вот в следующем раунде. Ну, может, какие-то проблемы у немцев. Зевс, я призываю тебя. Так, сейчас мы узнаем, что там с Зевсом. Там ли он вообще, в скайпе ли? Да, он в скайпе, но молчит. Просил 3 минутки, вот пропал. Ладно. Мышь не против. Так, ну что ж, как с вами наблюдаем. Кик, Фок. Так, Фоксирис, Парыч, РМН тоже, Мутирис, Смит. Очень медленно играют сейчас свои девайсы португальцы. Ну, явно они хотят здесь, конечно, какого-то верного решения, да, не хотят себе неприятностей, потому что именно они выиграли сайдпик, их инициатива играть, и смотрим, как справится Кристал. Ну, вот Сурс, гранатка, отход сразу ждет на голову любопытных игроков команды Кик, но любопытство никто не проявил, чтобы почекать КТ. Ну, разве только что вот с плунта может это сделать Мутирис, и то не стал, в итоге свободная бомба. Ну, Кик введены в заблуждение, не понимают пока парни, что происходит вообще, почему такое бездействие со стороны игроков защиты, и неужели это ретейк? О, ретейк 5-5, первый выходит рак. Брейд Плент моментально видит Зик, но не догоняет. Залетает Молотов, пытаются отбиваться Кики, Солик, страховка, и Солик попадает по Фоксирису. Плент не закрыт, 4 в 2, игроки команды Кик в Зиге. Ну их тут будет просто по одному отстреливать, вот на что надеялись, непонятно, нужно было закрывать КТ Респу. Ну вот они, бомбы. Вот стиль игры Alternate очень... Не знаю, вызывает в один момент восхищение, в другой момент разочарование. Просто вот если бы Кик, например, были не командой Кик, а командой НИП, и Alternate отдали бы просто так точку, мне кажется, что НИПы бы нормально и спокойно выбили бы как бы Alternate с плунта, не дали бы им сделать вбивание позиции хоть одной. А здесь же Alternate вообще без гранат заходили. Две флешки, только одна ХАЕ была в начале, но не больше. И... Кики, в принципе, потерялись. Они привыкли, по-моему, по стилю сразу встречать сопротивление. А тут такая долгая пауза, и непонятно, чем же это, в принципе, закончится. Итак, я здесь. Ура, ты тут? Да, слэмчик, я тут. Ура, Зевс вернулся. Так, мы сейчас опять фиксим громкость, еще потише делаем КС. Зевс вернулся. Так. Итак, я вижу с тобой игру, уже счет 3-0. Да, стоит пауза сейчас. Стоит пауза, да. Я так понимаю, что пистолеты взяла команда Alternate, да? Да. Потом была такая ответка, ну, немного... Ну, видно по фрагам, что была ответка, ответка но была не до конца. Не до конца, но очень жесткая, на самом деле. Там минус 4 сделали, поставили бомбу практически сразу. Но вот девайс на раунд... Но, кик купили в том раунде волевой бай, сейчас у них повторно волевой бай. Но они бомбу поставили, поэтому закуп есть. Они тот раунд проиграли очень глупо. Вообще зашли в пустой аплент и при попытке отойти их просто интернет забрали. Давно не смотрел HLTV. Почему меня может подлагивать КС в принципе? Ну, это, наверное, из-за самого GoTV. Я не знаю, может, тебя на релей бросило. Но у меня все в порядке. Не, ну знаешь, как такое, как, ну, ты не ставишь себе рейты меньше там? Не-не-не, у меня все рейты по дефолту. Ты посмотри, Эмоуша находит Солика. Эмоушн жестко дает на длине, да. Ну, там вообще какой-то сюрприз был сейчас для парня из Германии. Тот, наверное... А тем временем выходит на Б, ребята, из команды Kick. Да, Killdreams уже занял точку. Смотрим, как с окном, с окна сыграет Феликс. Все, не дали Феликсу здесь сорвать халяву. И бомб Керри поставил бомбу. Все, и... все нужно просто уверенно дефендить уже террористам Б-бленд и брать раунд. Так, ну вот Emotion на центре сейчас, смотри. Оп. Врываются ворота. Что-то как-то рано Alternate ворвались, но какие размены. 2 в 2, Killdreams, Plant, Esmo 1 на 1 в пленте, все. Остается против Emotion, он в принципе может успеть задефузить бомбу, да. Да, задефузит бомбу. Нет, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй. Задефузил. Emotion не был таким быстрым, как казалось. Так, Зев, сейчас у нас, наверное, будет, хотя не знаю. Я вот думаю просто...
Так, как сейчас я узнаю в чате, как слышно Зевса. Ребят, напишите в чате, пожалуйста, где-нибудь, в каком-нибудь. Напишите, как меня слышно, пожалуйста. Если надо, я сделаю громче себя, это не проблема. Вот, кстати, если можно, что было бы вообще замечательно. Просто я по графикам вижу, что ты намного тише, чем наш КС и я. Я сделал себя громче, при этом я сейчас сделаю тогда тебя чуть-чуть тише. Если честно, не нравится мне, как начало... А ну поговори, пожалуйста. Раз, раз, раз. Да, отлично вообще. Не нравится, как начинала эту команду Кик, эту игру с проигрышем 4-0, но идет вот ответка, ребята. Ну, да-да-да, очень жестко атаку сейчас разыграли в медле, в Парыче, вообще такие фраги жесткие, вот за лестницей забрали закрытые позиции. Тебе, короче, нравится, ты хочешь сказать, да? Ну, как играют Кик? Нет, какие были фраги? Ну, вообще они разменялись в такой ситуации, когда их закидывали, это, по-моему, нормально. Неплохо, да? Как бы да. Ну и сейчас будут, наверное, ну, запускать. Главное, на... что, не, понимаешь, главное, что тебе нравится. Вот знаешь, выходит Мутерис на длину, и такое ощущение, что вот он никак не ожидает, что там может быть Авик. Авик играл в медле, конечно, просто в начале раунда, и для них это, естественно... Обманул. Да, перестроился. Ну вот именно с ВП, смотри, отдался, пытается рак пока играть. Что размен, ситуация 2 в 2, и... вот это... Сам себя поджег. Ол, он что, ослеп? Он ослеп, встал в угол, на него пытался запрыгнуть тиммейт. Ну важно, на самом деле, раунд тащит кик, и теперь у команды Alternate Echo, и это возможность для кик закрепить экономику и начать уже показывать свой уровень игры за атаку. Так, ну... Должны. Ну вот у немцев, знаешь, у них есть непредсказуемость. По-моему, Alternate вообще самая непредсказуемая. У них есть непредсказуемость, но если честно, самое главное то, что есть у немцев, это их четкость, да? Но... В том, что они играют всегда вот стабильно. У них вот все, в принципе, и так в жизни, и с машинами, и с разными раскладами. С разными, погоди, с какими раз? Что ты знаешь про немецких игроков, про расклады? Я знаю про немцев то, что у них всегда есть какая-то четкость. То есть, когда они даже проигрывают, там они вот, мы сидели в Катовице, смотрели за командой Mousesports, у них счет 15-5, они проигрывают, у них ноль эмоций, они четко играют. То есть, у нас, когда счет 15-5, у нас уже все, моральные составляющие настолько сильно играют, да, то есть уже, ну, там у кого-то уже в голове минус нереальная мораль. А вот я тебя перебью, извините. То есть у немцев, у них, конечно, все мы люди, но у них такое ощущение, что у них просто этого нет. Ну, они ультраспокойные, четкие, как швейцарские часы. Только что в тэшке очень четко не убил Мутерис Солика, а Солик, наоборот, его забрал, уверенно. Слушай, а к тебе тогда такой вопрос возникает, а вот как у тебя вообще, ты больше от морали игрок или ты больше от... Знаешь, я на самом деле тот игрок, который играет на эмоциях в первую очередь. То есть я сам эмоциональный человек и в игре очень сильно завожусь, поэтому, конечно же, да, неважно какой счет на карте, очень важно, чтобы в команде была... Хорошая моральная составляющая, это очень важно. Смотри, сейчас Олик примет, наверное. Опа, нет, все, забрали. Нашли. Крыску-то нашли. Счет 4-2 тем временем. Экономику себе, кстати, кики, можно нажать табуляцию, да, подправили. Да, все там хорошо. Теперь все ок, там даже у Факса будет. И... хочется, чтобы ребята сейчас начали браться. Ну, на самом-то деле, можно отметить, что у Alternate Pink, да, значительно меньше, а это на самом деле очень решает. Ну, сервер такой, у португальцев вообще с этим проблемы всегда есть, поэтому тут, я думаю, удивляться нечему, да, они привыкли уже, я думаю, у них это стабильно. Есть очень важный нюанс, на самом деле для меня очень странно, что команда Alternate делает эко, я бы на их на месте закупался, но это вот опять очередная такая... Немецкая фишка. Я тоже замечаю, да, то, что... Это вот... даже не фишка, это вот... Доказательство твоих слов, то, что они четкие. Да, вот я они тоже... вот все, да, вот у них должно быть так. У кого-то сотни не хватает, так, мы сделаем эко. Да, я тоже. Это не то, что там берем, тащим, там, давай! Такого у них нема. Я тоже очень много раз замечал за командой Alternate, вот то, что они себя именно с этой стороны, с этой позиции показывают прям конкретно. Если у них там 3-8, 3-9 или 3-6 и мало, они не берут по массе, они ждут. Они просто сейчас ждут. Даже у них одно дело, когда у тебя 3-8, 3-6, а другое дело, когда у тебя 4-4-300, да, то есть можно взять как бы кольты. А может они 4 АВП хотят, у них там как раз деньги-то ну, такие. Ну сейчас все, вот наконец-то у них четкая экономика, но видим одно АВП. Да, и кстати, 2 АВП, Кристал тоже 2, берет, да, Арик. Да, 2, да, все правильно, они играют в 2 АВП, и это их фишка, поэтому они... И смотри, подсадка в центре подсад. Сразу, подсад, да. Себе.
Хитропопы какие? Ну, тут, я думаю, вряд ли. А кики просто Rush от B фейк, причем. Rush B фейк. Это ты такого уже давно не видел. При том, что они зашли, но Феликс принял. Смотри, сейчас будет минус 2, нет размен. На самом деле, если честно, молодец Фокс, что разменял. Очень сильная стяжка. Все, а, полностью пустое. Ну вот зачем вы кидаете эти смоки, глупенькие вы, ребятки? Да не, нормально, смотри, они задымили очко. Все, немцы в ужасе, на медля тусуются, понимают, что их развели. Обманули дурака. Сейчас в яму. Фокс должен сесть в яму. И бомба на него ставится, он с АВП, у него все хорошо. Как он не убил. Так, ну смотри, альтернейт сейчас идут выбивать, вот могут подловить эмоушена. На самом деле сейчас Фоксу надо срочно садиться в яму и четко делать киллы. Но он успевает. А там дали смачок. Вот это провалиссимо, просто полное. Фокс, ты будешь сегодня убивать или ты будешь заниматься... Там еще один, чем. Еще один выходит на рекламу, Кристал минус, и это все, жесть. Все. Смотри, 2 АВП у Альтернейт просто сделали сейчас всю игру на вообще самом деле, весь раунд. Сделали не 2 АВП. А что, что? В первую очередь сделал промахи Фокса, ты видел, как он промахивался? От него очень многое зависело, он просто не попадал. Ну, а то, что он, ну, вот он вместо того, чтобы там сесть в яму, как-то уже мониторить бомбу, он просто встал и на него залетели. Ну, во-первых, он на мидле, то есть он на респауне смотрел мидл. Ну, надо было четко дождаться чуваков, которые могли ворваться и четко сделать килл. Либо сразу бежать на длину и уже сидеть в яме. Ну, короче, кик пока не показали себя в собранности. Так, смотри, там опять подсадка, опять Кристал. Да-да-да, сейчас могут подловить Фокса. Да, ну, вот он, ну, он нет, слава все. Богу, нет, да, он не ведется. Пошел второй смок, и смотри, смотри, вау! Ай-яй-яй-яй. Ромочка пытался раскидать мидл, получилось. Вот, кстати, фишечка новенькая такая. Такие команды, как бы, ну, мало кто такое делает, даже не видел. И посмотри, альтернейт, какие жесткие. Вот после килла на центре понимают, что кики пойдут на мид, еще раскидали и выиграли пару секунд. О, они хотят, стараются. Мутирис сейчас попробует зига сыграть. Не, решил не идти, все, опасается авика. Хотя на самом деле, вот четкий, по-моему, под Б решили сейчас разыграть. Хотя правильно. Ну, на самом-то деле, вот как им надо убить Кристал, вот этот Фокс, а Кристал стоит в очень неожиданной позиции, и я думаю, что Фоксу будет сейчас тяжело. Зачем он смещается, дает? Ну, вот так вот это получается. Еще одна флешка на себя, и еще и один минус. Фокс. Все, Мутирис сыграл свою роль, но его роль здесь уже совсем другая, ситуация меняется, и проблема. Самое больше жалко, это парня из Emotion. То есть он такой, его ребят погибли, он знает, что там авик, еще на хелпе кольт, и он думает, что так, что же мне делать? 1-4, ну, братан, давай, удачи. Ну, в итоге в Emotion про... Ой-ой-ой, как ему сейчас с пистолета через дым досталось? На одного принимающего, на самом жесть. Деле, там ему досталось немного. Его кольт жестко почти забайтил. Ну что, 6-3. Просто песик там уже, знаешь, чуть-чуть добил уже через дымок. Не, слушай, я вот еще, знаешь, с Альтернейт замечаю то, что они уверенно всегда играют в защиту, но никогда не могут показать нормальную атаку. Вот я убедился в этом в нескольких матчах, кроме матча с Mousesports. Вы знаете, как на это расчет и идет? Собственно говоря, в данном матче, потому как я смотрю, кик команда не собирается хорошую атаки тоже показывать. Ну, они, по-моему, сейчас неприятно удивлены, потому что вот на сайт пике именно кик выиграли его и выбрали сторону нападения сами. Так, ошибся Солик в зиге. Open для кик. Это отлично, это очень хорошо. Ты знаешь, на самом-то деле этот матч, он, наверное, больше в первую очередь важен именно для моральной составляющей команды кик. Потому да. Впереди у них намного важнее матчи и для нас, и для... И, собственно говоря, и соперники там посерьезнее. Там будут уже Virtus.pro. Поляки, кстати, сейчас играют Праг, вот прямо перед матчем с киками. И, наверное, готовятся надрать португальцам что-то. Но мы же будем болеть за киков, чувак. Ты же хочешь на лан в арену? Мы болеть будем за киков, и я сейчас даже болею за них. Я вообще хочу сказать, что португальцы, давайте, камон. Блин, они нас стабильно обыгрывали вообще на протяжении долгого времени и показывали крутую игру, обыгрывали на дасте такие команды, как НИП, по-моему, если не ошибаюсь, даже Титан и многих грандов, поэтому... Ну, НИПов они ломали в том сезоне. НИПов они в том сезоне сломали спокойно. Да. Они могут, это самое главное. Вот в чем дело. Посмотри-ка, поэтому... 5 в 2 размен. Вот вроде я узнаю сейчас португальский КС. Наконец-то они показывают тут как... Все как и должно быть. Но им просто немного действительно тяжело. То есть они настолько привыкли играть своим вот этим crazy пингом, да, там 60-50 стабильно, но при этом, когда против тебя играет все равно 15, то это тяжело. Ну, я думаю, знаешь, они обыгрывали НИПов с таким же пингом, поэтому я просто буду молчать про эту тему, потому что ее лучше не трогать, наверное. А вот смотри, там чувак случайно бомбу не успеет. А он даже а не... Он... Да. Не успеет. Ну, чувак, это даже... же немцы, они же никуда не ходят. Они же... Это точно. Ты понимаешь, если же ты немец, да, не... ты же чёток, ты не можешь не задефузить, ты должен... Месячный месяц? Немец, ты сказал? Да, если ты немец... Месячный немец. Действительно забавно.
Да не, ну, как бы, зачем идти дефузить бомбу и брать раунд, когда можно засейвиться и сделать пару фрагов? Ну, такой, знаешь, паблик стайл. Не, ну, при этом пару фрагов бывает, решает исход раунда. Да, но тут-то был просто сейв. Может и матчат, поэтому... Так, ну что ж, Альтернейт, смотри, прогнали с длины, они перестраиваются, чтобы втроем принимать на апленте, будет буст в плент. Один, так, отдымление зига и подсадочка. А есть авик? Авик? Авика нету. Не, у Кристал авик, он идет уже занимает длину. Ох, сейчас он может принять вообще на, пять, на пятерку просто. Правда, там есть другое АВП, которое более злое и более... Опс! Вот смотри-ка, Фокс прошел по стеночке и отстреливает. Солик! Вот это на удивление жесть. Размен, размен, и вот сейчас... Альтернейт жмут мид, альтернейт жмут мид. Смотри, успеет выйти. Да-да-да, они уже поджали, они уже в зиге. На самом деле преимущество сейчас у команды террористов, но надо им правильно его сейчас разыграть, потому как бомба на длину, но нету авика, и Фокс без авика. И вот очень важно, чтобы Мутери сыграл хорошо в пленте именно. Но он играет от флешки. Ну я в него верю, давай, братан! Братан! Братан пока подводит тебя, слушай-ка. Пока-пока, ну Фокс взял штуку опасную. Ну все, вот эта игрушка, конечно, для португальца просто космос. И он говорит, детка, ты просто космос, уничтожает. Детка, ты просто космос, ну, иди, это... иди во вселенную без меня. Детка, это мое ВП, все. Эсмо бежит, 14 хп на сейф. Ай. Да. Опять да. эти, опять? Ну что, молодцы португальки. Португальки. Португальцы красавчики, на самом деле. Взяли уже 5 раундов, и сейчас будет у немцев эко, и это приятно. Очень приятно. Так, ты можешь себя еще чуть громче сделать? Я могу. Так, давай. Давай. Давай, сейчас сделаю. Все, все. Все, все ок. А, я просто... Все, я сделал себя громче, теперь я должен быть именно громкий, так как да, надо. ты четок, просто четок и громко, все это, все классно. Это отлично. Это супер комплимент, наверное. Ну что, мы видим, что команда Kick делает контроль карты полный, они никуда не спешат, они знают, что там один девайс и эко, и они хотят слоу разыграть четко этот раунд. Уже заняли зиг, уже примерно понимают, где какое расположение у дефенса, но они до конца не знают, что Б полностью отдано, да? И вот посмотрим, да. Что они будут делать. Ну, они выйдут, наверное, зиг, просто планово как-то попытаются постреляться. Ну, не самое плохое решение, на самом деле, выйти зиг, так как там всего лишь один солик, но посмотрим, что он сделает. И солик... Так, ну Солик ничего не сделал просто, да. Ну посмотри, посмотри, сейчас португальцы полезут, а Эсмо может с ямы проштрафить неплохо, но его сейчас должен... Эмоушн сдох от Кристалла, все. Можно напрячь, слушай, португальцев, если захотят. Ну, я считаю, что здесь на самом деле должен быть сейф. Ну, здесь рак в пас сыграл просто сейчас очень жестко. Надо было выходить раньше и отстреливать парк. Я бы на месте португальцев четко бы сейвил уже давно, причем. Зачем? Ой, на месте португальцев, на месте немцев. Зачем они вообще лезут, я не понимаю. Кристал другого мнения, нету дефьюзов, нету дефьюзов. И бомба не на него стоит, посмотри. Ну вот он мог сейчас на самом деле четко сесть в дым, задефить этот пакет, но он не видел. Не мог. Почему он задефить? По одной простой причине. Дефьюзов нет. Ну, во-первых, дефьюзов не было, во-вторых, дым лег неудачно, там бомба стояла. Так он ее просто сначала не заметил, кинул, наверное, думал, что будет дефузить, и в итоге потом такой оп. Может быть, да. А потом оп, залетел не туда, и что делать, беда. Итак, опять кики рашут Б, они тот момент, тот раунд... А там 4 на миде, слышь, там врыв на мид. Они делают фаст. Феликс дает флеш. Ну, флеш хорошая. Итак, я вижу, что выходит, они довольно-таки на самом деле неплохо, потому что Б отдано. И даже ситуация, ну вот в Т-шке. Ситуация в том, что два игрока врывались с мида, это никто не проконтролировал. Надо их принять. Все, да все, здесь просто... Ай-яй-яй-яй-яй. В итоге Ромэн с бомбой выбирается к щепке, посмотри, вот это... Очень прикольно, на самом деле, он словил таймит, но они ожидают. Немцы понимают, что он где-то здесь. А он не знает, что справа есть еще игрок. Да-да-да, и Кристал его спокойно добивает, 7-6. И еще Асмо забрал АВП, ну, не очень удачный раунд, то есть, ну, на самом деле, угадали немцы в этом раунде. По-моему, кикам просто следовало задуматься перед тем, как рашить Б, оставлять ли Фокса на центре чекать или нет. Вот если бы он остался чекнуть, они бы не побежали, приняли бы Т-шку. А там респаун был у Фокса под Б, а у одного калаша под длину. То есть, получается, если Фокс бы остался, то они бы троем рашили бы Б, ну, а троем это уже тяжело, как ты понимаешь. Ну да, да, ну, в общем-то, здесь много, я думаю, вариантов. Повезло. Короче, скажем так. Но то, что альтернейт вот чет... не так часто играют, сам, ну да. Ну то, что альтернейт так четко вот под этот рашик пошли,
Аркадий Тмидл вдвоем в Нижний Темный. Вот это, конечно, ну, застало просто врасплох. Они решили сыграть такой раунд. Это больше совпадение, тебе скажу. Это первый раунд, в котором они зарашили Б, а те пошли 4Б. Ну, короче, случайность. Да, такое бывает. Ну, давай смотреть, сейчас будет игра на А, и это сплит, по-моему, Факсирис Банка и на 4 самом деле, игрока Фарыча. Много хороших раундов. Я не могу понять, почему Кик выходит на стрельбу Зик. Они, наверное, рассчитывают, что у Альтернейт Ода на А. Ну, вообще, вот было. Знаешь, я заметил, что Кик — это вообще любители постреляться за этот сезон и вообще за предыдущие матчи, потому что они на средних дистанциях очень жестко стреляют. Молодые когда, стрелки. Когда дистанция... Ну, кстати, по идее, уже не молодые. Ну да, там уже... Там многие игроки играют... По 10 там, лет. Фокс так бы. Точно уже старенький игрок. Да, ну это вроде как он... Еще и в 1.6, по-моему, рубал. Да-да-да, он играл в 1.6, за сборную выступал, но вот, к сожалению, результатов опять-таки... у него особо сильно нет. Так, ну добьют здесь ВП или как? Добьют, счет 7-7, выжило там 2 игрока, соответственно, экономика там не очень. Там все не айс, да, и это будет 8-7, скорее ice, всего. Айс, бэйби. Надо, чтобы Кик выиграли и подготовь музыку, ну или хотя бы выиграли эту сторону, и можно уже включить музычку айс, айс, бэйби. Не, ну айс, айс, бэйби уж, конечно, не будет вообще. Да? Да. Это будет как-то, вообще смертельно ладно, опасно. Ладно, можно будет Ice, Ice, Slamchick? Ну это... Ладно, смотри, вот последний раунд, и Феликс один на Б, в дыму крысит, остальные укрепили аплент, и Кик пока что... Я вот смотрю на Мутириса, знаешь, мне кажется, что этот человек по ночам связывается с пришельцами, и они ему рассказывают, как надо дергаться в КС. Мутирис? Да. Может быть, ну, да, и ник у него такой, знаешь, подходящий. Да-да, знаешь, он заходит в дым, в мидл, начинает стрелять везде, во все стороны, уходит обратно. Я недавно смотрел тоже, у нас же был вот матч на Старладере, ты, наверное, комментировал, на Скик на карте до Инферно. Да-да-да-да. Смотрел перед этим их игру, вот, и обратил внимание на вот этого игрока. Мне он, кстати, очень симпатизирует как игрок. Бизнес. Точно как игрок и все, да, ничего больше. Только бизнес. Он, конечно, дерганый очень. Просто, может быть, не пришельцы, он, может, что-то употребляет. Но сейчас такое время, 21 век, сейчас много кто чего употребляет. Ну да, поэтому... например, он может есть кошачий корм и сходить с ума. А? Ты прямо списал просто под употребление чего-то. Да нормальный парень, просто вот я на самом деле, знаешь... Я ничего против не имею, друг. Кики такая команда, когда вот, не знаю, вроде и могут играть хорошо, но почему-то до ланов не доходили ни разу и стабильности не давали. Так, Альтернейт опять через пень... Это, кстати, да, странность большая, почему? Вот на лане у них не получалось, у них последние ланы в мясо проигрывались. Так, ну чё, рак один на один. А рак просто решил сесть минировать. Ай, двоих сейчас может. Залетит, да залетит. 17, нет, 17. Зачем он достал дигл, если он рак с него? Ну вот он рак, и ничего с этим не сделал. Пуль было. Ну рак и рак, и что? И что? Все, вот 7-7, 8-7 пользу. Я еще удивлюсь, что он по гороскопу такой же. Скорее всего, кстати, он ник придумал. Ну знаешь, вот ты в курсе, что игрок вашей команды сейзит. Ты знаешь, как он придумал ник вообще? Нет, не помню. Я тебе открою, я включил тут недавно интервью, не помню с кем, не помню, кто его брал у него, но вся соль в том, что он говорит, ткнул в словарь. Вот скажи, брал у него и на этом. Короче, ткнул в словарь, и ник придумался. Вот, я думаю, может быть, рак так же сделал, или он по гороскопу рак? Ну, ты знаешь, как бы Сизи, ты ткнул словарь, как-то речь, и ник придумался, но при этом почему-то у рака придумался ник, и, соответственно, сразу же руки как-то искривились, или что, я не могу понять. Потому что что-то как-то за ним бывает наблюдаешь, ну действительно, и думаешь, да, братан, не зря ты такой ник взял, да? Ну да, но иногда у него, знаешь, вот есть такие ситуации... О, смотри, написали, кстати. Рак Сити. Подумаешь. А он обычно перед игрой в чат пишет рак-н-ролл, типа, и все, и не паритесь, ну, парни. Ну да, рак-н-ролл, ну тоже, мы когда с ним играем в раке, играли раньше, он всегда писал рак-н-ролл. Ну, смешной, забавный молодой человек, сурсер, между прочим, поэтому так ему что... можно... Задумайся, Слэм, на перспективу. На перспективу? Ну, может быть. Немец с жильем в Германии. Не, чувак, это точно не по моей теме, это больше, наверное, к комментаторам другой студии. Смотри, что делают Кик. Фоксу скинули пестик, да? Вот этот вот новый. И он играет с армором и с новым пестиком. Он, наверное, думает, что сейчас будет... Так, вот он из 12 сколько попадет? Давай ставку делать. Ну, я хотел бы, чтобы он попал... Что-то пока не пошло. И перезаряжашка пошла. Ой-ой-ой.
Но он бережет патроны, то есть он такой, знаешь, в пиксель там, одну-две даст, все, если не пойдет, все, уходит. Так, на медле моушен, смотри, на медле моушен заманцевали, кик сейчас начинает. А это Б+С, это какой-то Б+С или какой-то... И на Б, на Б фейк. А, кстати, у кик прием Б больше. Давай, давай. Но там дыма просто, слушай, там дыма столько, что там три немецкие команды могут поместиться. Я бы стрелял бы уже, честно. Ну я бы тоже стрелял. Давай, попади хедшот, братан, ты можешь, хорошо. Эмоушен, ну, врывается, и Кристал его бреет, нет. Ай-яй-яй, как защищают немцы свои позиции. Опа, новый пистолет. Есть же. Есть же. Так, ну что, ты болеешь за кик, я знаю. Слушай, дальше у них матч с Virtus.pro. Я уверен, что ты там будешь вообще за кик допить не по-детски, потому что если они выигрывают... Жестко будет, вообще на полную. Можно еще кого-то из вашей команды подключить к этому болению, на самом деле. Да вообще всю организацию сейчас подключим, Нави. Будем вообще жестко мутить. Будем жестко мутить, да, и тупо. Не, ну если они выигрывают у Virtus.pro, то вы проходите на LAN-финалы. Я это понимаю, это для нас на самом деле это очень... Поэтому, в принципе, в первую очередь я сейчас так жестко на эмоциях и смотрю, слежу за эти матчи, потому что я очень хочу, чтобы это произошло. А что думаешь по поводу вот команды HellRaisers и ее невыхода на LAN-финалы? Как, ты не наблюдал за их встречами? Я наблюдал, но... Как бы, в принципе, у них были сильные соперники, они играли далеко не со слабыми командами. Я считаю, что такое могло произойти с каждым. Чего не вышли. Много команд неплохих. Смотри, что рак творит просто. Да, делает B+C и сейчас... Падает B-плент. Загоняет команду кик. Ну, к сожалению, раки не справляются. Ну, вся надежда сейчас на Фокса и Эмоушена. Эта банда если может... Если честно, надежды уже нету. Я уже не верю в эту надежду почему-то. О-о-о, вот это сейчас был прострельчик просто царский от Кристальчика. Знаешь, и... когда занимают 4 человека с хорошими хп Б-базу и поднимают еще кольты, при этом у них есть арморы, да? Шансы просто улетучиваются, как пар из чайника. Да. Ну то ладно, тем самым, с другой стороны, интереснее матч, да, то есть нету сейчас в данный момент абсолютно какого-то конкретного команды, да, которая доминирует в этом матче, то есть пока равная полностью борьба и тем будем интереснее наблюдать. Смотри, кстати, кики в ответ тоже берут бай и могут затащить, будем болеть. Ну там бай такой сомнительный, слушай. Там всего три армора, и вот на мясо отправляют сразу юспа. Чекает тэшку, дает инфу и. Я, честно говоря, не понимаю, вот Фокс снайпер, да? Почему у Фокса $400, а у Эмоушена и РМН другие суммы? Он купил, да? Он купил второй армор и. Так вот почему снайпер покупает? Так потому и... что фидит, потому что вот не знаю, может уверен. Может быть, у них договоренность между собой. Все берем бай. И наоборот, он не фидит. Наоборот, вот. Он берет бай, потому что у них вот другие игроки фидят. Вот сейчас он не попал как самый настоящий мужчина, не знаю, на земле, и в итоге бежит в неловкую ситуацию исправлять, но его здесь просто убивают. Короче, песня «О боже, какой мужчина» точно не ему, да? Ну да, ее ему точно не посвящали. Ну и все, альтернейт на точке. Смотри, снова Б-плен занят, Мутирис последний. Ну да, слушай, это будет выход вперед, минус деньги для команды Кик и... Надо один раунд сливать. Сейчас будет полная эко. Но они, в принципе, на это рассчитывали. Они понимали, что в случае, если они проиграют, они будут делать эко. Но соль-то вся в том, что Фокс не купит ТВП на девайсном раунде. Кто будет мидл будем закрывать? Будем рассчитывать, что РМН даст килл, и у него будут бабки, и он скинет ему его. Ну он может, в принципе, с чешкой, в принципе, это реально. Ой-ой-ой, даже как. Так, и посмотри, что кик придумали вчетвером. Нет, что-то там эмоушен думает. На самом деле особо не парятся, они понимают, что там, скорее всего, эко и... Посмотри. Не особо не парятся вообще. Альтернейт пушит сейчас Парыч, и их готовы здесь принимать на подсадке. Ой-ой-ой, попытка уйти, и в общем все. Фокс мутит себе девайс. Кстати, вот Фоксу надо засейвить этот калаш. Я бы ему советовал, для того, чтобы ему скинули. Но он будет пытаться действовать. Ну да, тем более там сейчас бомба на него может встать. О, там его зачекали, короче. И все, он не попал. Он набил. А, там Солик был красный. Да, он был красный уже на парапете, ему просто мешали пройти. И 3 в 3 ситуация. Здесь надо понять, что надо сейвить, друг. Но все равно идут до конца, видишь? У них же мораль, наверное, сейчас на высоте. Мутирис убивает Солика, и 2 в 1 Фокс, все, и не видит плент. Вот это бред вообще. Ну, Солик был красный, да, они его убили. Но если говорить о
стабильности, да, мы же говорим о стабильности, то надо понимать, что когда и оценивать реально свои шансы. То есть такой раунд, который сейчас был в ситуации 3 в 3, у террористов стоит бомба, 2 100-хиповых, лежат дымы везде, да, они все контролируют. Вот перестреляли, кстати, там Кристалл убил, и при этом рашится Б на одного игрока. Это, короче... ну все, тут минус Б плент. Опа, Kill Dreams, нет, справился, второй, не, Эсма не отпускает таких парней, Б занята, и Альтернейт, по-моему, сейчас... И опять, вот какие шансы сейчас? Шансов практически нет, надо сразу же сейвить, даже Мутерису. Да, да, но тут еще такая тема, что вот АВП было у них там, почему РМН умер на центре? Там был авик или что? РМН стрелялся. Скальта! Не, он пропрыгивал, видимо. Ну, там он... жестко, походу, что-то попало. Да, да, ему даже, походу, префайром дали, потому что я смотрю на модельку, она вообще у тачки лежит. Ну, Кристалл — это известный, крутой игрок. Но вот куда вы идете, вот Фокс? Вот зачем? Ну, причем я не могу понять, вот он стреляется, рискует умереть, при этом Emotion уже точно никуда не идет бэт-раунд. То есть такие моменты для меня просто не, ну, непонятно. Если вы профессионалы, зачем вы позволяете себе рисковать, когда ваш риск не оправдан? Но он тебе бы, знаешь, ответил. Вот ты его спрашиваешь, зачем, а знаешь, как он тебе ответит? Марихуана! Не, он тебе ответит за шкафом просто, и все. И что ты будешь делать с таким ответом? Я ему скажу, окей, за шкафом, давай продолжай дальше, никогда на лайне мы, значит, не увидимся. Значит, мне ответят только в интернете онлайн. Ну вот, знаешь, вот я про команду Кик и хотел тебе сказать, что в интернете если они мой, могут. Да. А ланы все у них, они не заходили, и вот я их не видел. Не знаю, вот они будут там на Копенгаген Геймс, мне было бы интересно. Не, ну посмотреть. Окей, я не против, пожалуйста, ну. По-моему, если ты столько времени уделяешь КСу, Counter-CS, ну или любой вообще игре своей профессии, то ты как бы должен прогрессировать, правильно? Ты ну да, и работать нормально. Но вот судя по команде Kick, то они мало прогрессируют. Они вообще, мне кажется, они просто мало играют праков. Я у них часы в Steam смотрел перед сезоном, там вообще даже и не играли. Чуваки, просто дурью какой-то маялись, там было по 12, по 30 часов, этого мало. Ну, очень жаль, что они мало играют проков, потому что им надо сегодня выигрывать поляков. Да, им надо это сделать обязательно. Я тоже, на самом деле, буду топить за Кик, вот идея пришла тебя пригласить к нам в эфир, просто, чтобы вместе потопить за команду Кик. Ну, чтобы не скучно было, потому что я хочу вас на лан-финалах увидеть очень сильно. Я думаю, вы в Киеве должны показывать уровень намного выше, чем в интернете. Я уверен, что мы покажем, мы бы подготовились, подвзялись, и вообще мы всегда, когда попадаем на StarLadder, максимально берёмся. Вот это Феликс сейчас втопил, просто как Мутирис не добивает Феликса, не попадает, это просто жесть. 12-9, бывает, смотри, бывает, все. Бывает. Я хочу сказать в первую очередь, чтобы вы на StarLadder обратили внимание на количество участников на лан-финалах, так как минимум, я считаю, 6 команд достойно принимать участие. Я на тоже лане. Так считаю. Я тоже в первую так считаю. Очередь, потому как ну, 4 это очень мало. Ну и... а что, регламент сезона был на 4 команды. Было бы больше. Нет. Было бы... Нет, я не говорю на данный момент, да, из-за того, что мы там не выходим, и вот поэтому надо делать. Я говорю вообще, в принципе, и на будущее, и как бы это очень важно, потому что столько сильных коллективов, и тем временем Альтернет делает Rush A, Zig плюс Дина. Там и вообще мрачно умер Emotion, сейчас должен был убивать, по сути, парочку, насчет этого даже после релада не попал. Там как бы пристрелка была, скажем так, двух а-ля имеров. Ну вот смотри, если РМН сейчас убивает, то будут шанс. Нет, все, теперь без шансов что-то точно. Что-то не идет пока стрельба у команды Kick. Да. И тем самым не хотят они, чтобы мы, походу, были все мне кажется, при StarLadder. Знаешь, мне кажется, она у них не идет, потому что они не понимают, с кем столкнулись. Опять-таки, из-за отсутствия постоянно практики. Понимаю, да. Они такие столкнулись, альтернеты, такие... Кто это? Они... И они... тут такой, Фокс, это немцы! Они такие, о боже! Они играют, понимаешь? Не, они с ними играют, наверное, там вот каждый сезон у них есть матч, но я думаю, Кик не ожидали, что Альтернейт такой даст будет, где с ними будет реально трудно. Я бы не сказал, что не ожидали, честно, в любом случае пинг для них очень важен. Так, и... вот Феликс, смотри, сейчас очень мрачно опять работает на Б-пленте для команды Кик, и два игрока дефенса просто дают сейчас плент. Собдеюсь, сейчас Фокс. Я верю в Фокса. Вот он должен прийти с тэшки и дать киллы. Вот сейчас, Фокс, давай. Нет, ты что-то вообще, твоя вера слаба, чувак. И тут еще Emotion гранату ловит. Твоя вера не помогла Фоксу. Моя вера, да. Но тебе, наверное, надо быть в режиме антинемца просто скорее, чем болеть за кого-то, да, и топить.
Антинемца или потопить? Вообще жесть. А против поляков антиполяк или что? Ну да, 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 антипольша какая-нибудь, я не знаю. Что-то вроде этого. 14-9, Альтернейт Атакс пока уверенно берут свои раунды в атаке, при том, что начинали они играть за защиту не по своей инициативе, и видите, чем это дело закончилось. Скажу, если бы это была игра с равным пингом, вот если бы немцы играли с пингом 50, то какие бы у них выиграли бы, я уверен, и причем уверенно. Ситуация была бы такая же, только наоборот. Счет бы был 14 у команды Киев. А так, так они играют 50 на 15, это... Очень важный момент, который не дает ему такой возможности. Какая только же наоборот, это интересно. Так, ну вот ну, смотри, пошел в героя играть в Фоксирис, потерпел. Слушай, по-моему, Кик уже что-то с моралью, не знаю, не то, они какие-то вообще. Абсолютно не с моралью, просто уже они... Хотя, может, и с моралью, хрен уже поймешь. Они просто уже играют, такое ощущение, что им уже пофиг. Смотри, на Парыча вообще в никуда пострелялись, на центре РМН. Ну это все, уже в альтернет залетает уже. В альтернет залетает вообще все, даже гранаты под жопу эмоушену, но вот он сейчас нормально выправил ситуацию. И мутерис, и, ну там занято Б, и там два красных, да, это да. Шанс. Но эмоушен может застать врасплох, если там сменить девайс, как-то ворвется, не знаю. Молотов я вечно думаю, лежать не будет. У него этого не получится, потому что Солик четко говорит, врасплох ты никого здесь не застанешь. Ну смотри, сейчас какой-нибудь стэшки залетает, рандом нет, все. Все-таки мечты, мечты. Присутствует, конечно же, стабильность и четкость в игре, поэтому видно, что на данный момент пока что... Зевашки по зевашке у Зевса, да? Да, кстати, одновременно... А когда одновременно зеваешь, можно загадывать? Да я не зевал, я специально это сделал, чтобы ты не зевал. Я тебя... Да, я тебя потроллил просто. Ну или знаешь, или даже не потроллил, а просто... Наоборот, меня поддержал. Ну, считай, да, можешь считать, что поддержал, за компанию зевнуть тоже неплохо. Ну, отлично. Еще бы по 50 граммов вообще сразу. У-у-у. Суббота такая суббота. Вот три матча StarLadder и ввели меня вообще в шок в полный. И можно гулять, я тоже так считаю. Так, ну что, 4 в 3, кик в меньшинстве. Последний раунд, немцы заходят в пустой Б-плен. Трак будет грызть спину. Мясорубка от Рака, и он промазывает по Мутирису. Я думаю, что, наверное, связана плохая еще игра от Кик с тем, что они действительно мало сейчас тренируются, так как они понимают, что ближайших турниров, кроме ланов на StarLadder нету, а на StarLadder они уже не выходят. Ну, они будут, наверное, держать кулачки на то, что какая-то европейская команда откажется ехать, как в том сезоне. Ох, вот это выбивание, посмотри, на эмоциях от эмоушена. Минус 4. Почти какие кулачки, но даже если какая-то команда не едет, то есть же, тут же есть уже претенденты. Ну да, да. Не одни. Тут есть и причем не одни, так что. Ну они в том сезоне очень обиделись, то что их не позвали, а позвали команду GamePub, но вот я сидел и думал, вот им слетать. Я думал, что вы зовете команду по рейтингу, типа. Ну там и было по рейтингу, но они же заранее как бы писали, что не смогут приехать, если что. А потом устроили какой-то экшен непонятный, при том, что у них цена... Ну вот им, чтобы приехать команда, это стоит $3000, короче. Как бы, да? И... Ну это не так дорого. Это не так дорого, да, но с учетом того, что они попадают в призовой фонд, где последнее место вроде там вообще $1500. Это суровая такая реальность и... Как-то они, не знаю. Не, ну такое киберспорт, а когда турниры в Америке проходят, туда поездки стоят и по $10000. Ну это я знаю, да, это понятно, как бы расклад. Ну а что? Не, ну как бы это такая тема, но если у тебя нет возможности приехать, окей, не играй этот турнир, к примеру, или играй турнир, где есть какой-то суппорт, да, такие турниры, как у ESL там проходят. По-моему, на данный момент я слышал, что в этом сезоне вы тоже как-то хлопаете или нет, или это да, неправда? Да, 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 но ты, что? Я могу тебе это потом рассказать, объяснить, ну, как это устроено. Это уже детали, да, ну какая да. разница, в любом случае какой-то суппорт есть. Ну да, мы да. заботимся, конечно, о наших командах, то есть которые особенно едут к нам играть, да, это да, обязательно. Да, заботитесь, причем не просто заботитесь, я слышал, ты там иногда и готовишь что-то, и вообще максимально. Ты можешь спросить, какой я суппорт у Паши или у Снэк, они тебе расскажут. А я знаю. Они раз... Прием Б и жесткий размен. Давай на мидле, ну Феликс. Ну все, сейчас снайпер-португалец будет Фокс тащить один в два. Феликс. Знаешь, а на самом деле Фокс
не пальцем деланный, вот, вот увидишь сейчас. Ну, конечно, не пальцем деланный. Он... Зачем ты топаешь? Слева хедшот! Слева хедшот. Он не пальцем деланный, он деланный... Да, ну что ж, первый счет 16-10, и Кики берут всего лишь десятку свою. Как-то маловато, на самом деле, для того, чтобы... Для того, чтобы выигрывать у поляков, и чтобы Нави были на лане, как-то слабенько, я считаю. Ну да, но подожди, еще не вечер, вечер вот через 10 минут настанет, и там уже будет игра с командой Virtus.pro, и вот там уже станет понятно, что и как. Мне кажется, что на самом-то деле все будет зависеть во многом от карты. Если это будет Dust 2, то шансы, может быть, и будут, но пока непонятно. Так. Еще не вечер. Ну и ничего не вечер, это ты 100% подчеркнул. Так, поэтому... Так, что еще хотел сказать. Сейчас мы с тобой будем... так, мы с тобой ничего не будем. Я сейчас буду тебе перезванивать перед следующим матчем сразу, чтобы настроить тебя, чтобы твой голос в эфир шел более нормально, громко, синхронно с моим. Поэтому... Давай, друг, я тебя жду. У нас давай. Перерыв 5 минут, потом мы звоним Зевсу, а потом даже 11 минут перерыв. А потом смотрим матч Virtus.pro против Кик, который для Зевса и его команды очень-очень важен. Ну, не сам матч, а результат матча. Ну все, давай тогда перезванивай через 5 минут. Хорошо.